в чем кардинальная разница лоу-ПТС и хай-ПТС? В том, что на лоу-ПТС люди не левелапаются. Вот это факт. Я смотрю просто на таверну, я единственный, ну, кроме Личихи. А, ну Гибон еще. То есть, два человека из пяти, ой, получается, два человека из, да, из семи левелапнулись. Два. Когда я играю на мейне, и там пять человек из семи левелапаются, а два не левелапнулись, потому что, ну, просто какой-нибудь, не знаю, герой там, ну, вот этот.